Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. И в эту ночь я хочу показать вам быстрый заработок на самп РП серверах. В данный момент я играю на 0.9, все-таки решил сказать. Думаю, меня админы за это не забанят, если увидят это видео. И для этого заработка нам понадобится друг, желательно на своей машине. Далее состоять в СТО замом. Патрик, погнали. Он нам сейчас поможет. Переодеваемся. Получается, у нас нам нужно только две команды. То есть, у меня забиндена одна команда EDTG. Блин, пишем его ID. То есть, мы его записываем на очередь. И начинаем, то есть, вот так ходить. Погнали. Так. То есть, получается, за каждый вход и выход в гараж и из гаража мы получаем 1500 вирт. То есть, мы быстро потом нажимаем Tubdate. То есть, мы все это забиндерили там. Друг машину может не выключать, все быстро это делаем, все уже. И начинаем вот так зарабатывать. Ну что же, мы пока позарабатываем, а вы посмотрите, как это будет все делаться. А мне сегодня сказали, что я нуб и задрот, потому что круглые сутки я прокашу народ. И несмотря на левелы, будь то первый или сотый, я сливаю всех и травлю анекдоты. В общий чат, а все молчат, их бесит мое поведение. Хватает терпения и жестоко матерятся. И банальные фразы о том, что я пидорас, пролетают над телами умертвленными не раз. И я смотрю в эти глаза, они ненавидят нас. Говорят все только про качки ПВП, смотрят Даниэл Дефо и Бубы ДВП, но это на форуме Гоха и хвастают на форгейм, покоряют руопы с ником ПВНЗ у никнейм. Когда каждый убитый называет тебя нубом, он не ценит себя, так будет и с ним тоже грубым. Скажи, о, мне лошара, ПВП или засал, только я кастанул, где ты, нуб уже лежал. Если ты убил танк, он что из сил прикричит. Но бас меня свалил, только десятый твой крит. Кто-то скажет ГФ и попросит повтора. Если ты грамотный игрок, оторвись от монитора. Нафиг сдался мне ваш вас. Пусть трусы будут поебать. Поебаем лишь БК. Или боимся потерять. Чтоб не предали ни себя, ни репутации, ни честь. Понимают нас, друзья. Со временем каждый начинает понимать, куда приводят мечты, что пора умирать. Но реал не игра, а игра не реал. Не имея выбора, ты уже проиграл. Не имея выбора, ты уже проиграл. Нафиг сдался мне ваш вас. Пусть трусы будут поебать. Поебаем лишь БК. Или боимся потерять. Чтоб не предали ни себя, ни репутации, ни честь. Все равно есть, все равно есть, все равно есть, все равно есть. Мне это я сказал, там, ну, надо иметь рамки ниже 10. Я сказал, там видно. Так, несколько минут мы вот отложим, чтобы не забыть, а завтра у меня это время. Ну что, завтра я выпью, уже был бы голоден. Глуши, Матал, глуши. Ну что же, мы поработали где-то минут 18, ну вернее я поработал, получил пайдей, даже нет, минуты 4 где-нибудь мы поработали, ну 9, вот мне друг подсказывает, друг зовут Патрик, то есть мы 9 минут поработали и сейчас посмотрим, сколько мы за эти 9 минут заработали. Мы заработали 33 тысячи вирт. Это, согласитесь, лучше, чем работать на любом автобусе любым ботом. Если вы на автобусе зарабатываете то, что мне вот говорили, автобус, самая прибыльная работа, а хрен вам. То есть получается, на СТО вы можете поднять очень много денег. Но есть один минус. Самое главное, чтобы вас не спалил начальник, потому что с банка снимаются деньги, когда вы это делаете. То есть получается, вот 1.3, было 1.4. Мы сняли 100 тысяч уже. Ну и думаю, продолжим еще часа два так снимать, а потом уже можно
Разойтись. Дело все в том, потому что лидер не выдает нам деньги, и мы решили взять свое. Ну что же, всем спасибо за просмотр, с вами был Барон и Патрик. Всем пока.